Всем привет, уважаемые подписчики. Вопрос к тем, у кого старые машины. Как переносите зиму? Как мороз переносите? В Астане морозы хорошие. У меня стоит автозавод. Если меньше 20 градусов минус, я не ставлю на автозавод. А если больше 20 градусов, ставлю каждые 2 часа, чтобы он заводился. И все, утром выходишь, машина тепленькая, готовая. Сел и поехал. Вот. Пульт. Машина на газу, очень экономно. Вот. Прежняя V4 тоже. На нем тоже проблем не было. Там я зиму в Костанае пережил. 4 года зимы без проблем, тоже автозавод был. Хорошо вообще. Завел из дома с ключа, выходишь, машина тепленькая, готовая. А если сильные морозы, тогда ставлю на каждые 2 часа 20 минут, он заводится и потом включается.